На Украине все идет по нашему плану. Киев захвачен, западные области полностью нас поддерживают. Русский язык запрещаем, памятники русским уже снесены. Очаги сопротивления на востоке скоро будут подавлены. А что там с этим полуостровом, как его, Крымом? Мафюрер. Крым. Крым захвачен вежливыми русскими по приказу Путина. Они просто молчат. Останьтесь. Ярош, Тягнебок, Яценюк и Кличко. О, как же заебал этот Путин! Вместо того, чтобы тусить на своей Олимпиаде, он доебался до нашего мирного европейского протеста! Еще как хитро доебался, сука! Он же молчал, как Штирлиц в СС! А теперь взял и назвал всех нас нелегитимными! Нихуя не стоящими бандитами! Мой фюрер, но Евросоюз его не поддерживает! Ему похуй на Евросоюз! Просто он не сказал это вслух, как американцы! Мой фюрер, но американцы! Забудь ты про этих американцев с их немощным нигером во главе! Газ отключать будут не им! Кто проебал конспекты Геббельса по пропаганде? Их нашел какой-то Киселев и вещает теперь со всех каналов. Я уже сам начинаю верить, что меня преследуют ебаные бендеры. Я просыпаюсь во сне с криком «Нет нацизму!» Еще эти ролики про долбоебов ради с автоматом. А с прокурором это же полный пиздец. Вы же сами показываете наше истинное лицо. Как теперь пиздец всему миру? Нам не верят! И скажите мне одно. Нахуя? Нахуя вы притащили галстукоеда на Майдан? Это же жопа!